Рам, пока все дома, и сегодня мы в гостях у самого знаменитого москвича. О, здравствуйте, здравствуйте, гости моей квартиры. Ваша регистрация. Ух, извините, я хотел сказать, проходите, пожалуйста. Я тут беспорядок, не обращайте внимания. Я уже давно не обращаю. А, спасибо. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Вот это моя прихожая, она и приезжая. А здесь Кельманда холодильник сервелат. Приятель у меня из Азии остановился погостить. А вообще гостей много? Очень. Пришлось даже в некоторых местах в квартире перегородки хрущевские ломать. Вы же помните, что квартира наша не резиновая. Вот это моя ванна. Говорят, грязная-грязная. А рыбу ловить можно. Но ее же есть нельзя. Но ловить-то можно. Ну что, руки помыли? Тогда поехали обедать. Нам в столовую через балкон удобнее будет. А почему не напрямик по коридору? Ты что, не место, что ли? Это что, все ваши машины? Нет, нет. Моя только вот это. Остальное все жены. Это мой балкончик. Просто застеклить руки не доходят. О, Аршербек приходит прибраться. Живет в Киргизии, а ко мне не приезжает, а приходит. А может и не Аршербек. Это скульптор у меня один ночевал, после себя оставил. И выбросить жалко, и приспособить не под что. Думаю, буду капусту солить, крышку прижму. Это моя гордость. Большая красная комната. Конечно, вся квартира моя, но вот красную комнату я только по большим праздникам могу зайти. Там еще есть спальня. Но мы туда тоже не пойдем, там дедушка спит. Пойдем мы с собой. Который сейчас... А, пора телевизор смотреть. Большая разница. Начинается. Вот. Вы, извините, я вам не всю квартиру показал. Вы приходите еще. Мы с вами в подвал спустимся. Там у меня поезда без чтения ездят. Приходите. Еще. Ну вот и подошел к концу очередной день в квартире, который каждый из нас мечтает покорить. Но удалось-то пока только одному. Ну что ж, я тоже прикорну где-нибудь здесь на антресолях, который, в отличие от большинства жителей этой квартиры, я называю родиной. А, понаехали. Слушай, паспорт. Регистрация. До свидания.